В Рио губернатор Алексей Русских встретился с участниками регионального этапа всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Его цель – создать условия для устойчивого развития добровольческих инициатив в регионах, которые, в свою очередь, должны повысить качество жизни людей. В 2021 году от ульяновских добровольцев на конкурс будет отправлено 7 проектов. Среди них смарт-школы мягких навыков и компетенции для волонтеров культуры. У нее будет осенний и весенний этап. В себя она будет включать обучающий семинар по проектной деятельности, по медиа-волонтерству, по инклюзивному волонтерству, а также такой интенсив «Зачем мне быть волонтером?» для повышения мотивации. Если этот проект получит федеральный грант, данное обучение должны будут пройти 100 человек – студенты из Ульяновска, Димитровграда, Кузоватого и Сенгилеи. На сегодня в нашем регионе 15 тысяч волонтеров – это поисковики, волонтеры «Победы», добровольцы финансовой грамотности. Многие из них принимают участие в конкурсе «Регион добрых дел» не первый год. Вот вместе сообща мы написали эту заявку, надеемся на успешный, так скажем, опыт реализации, потому что из 85 регионов вот в том году вышло 39. То есть шансы, в принципе, велики, и это возможность выиграть до 10 миллионов федерального субсидирования в регионе. Для меня волонтеры – это реальная сила, это сплоченное сообщество активных, небезразличных и милосердных людей. Помогайте пожилым людям, помогайте детям, помогайте тем, кто нуждается в моральной поддержке. Работайте в хосписах, восстанавливайте объекты культуры, защищайте экологию, поддерживайте ветеранов. В заключении встречи состоялось награждение активистов всероссийского проекта «Волонтеры Конституции».